27 января отмечается 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Партия «Единая Россия» запустила серию исторических тестов. Один из них прошел в библиотеке номер 1 города Одинцово. В нем приняли участие депутаты-единороссы, ветераны, блокадники, серебряные волонтеры и молодогвардейцы. Тест состоял из 30 вопросов. На каждый ответ давалось 60 секунд.